Вот в чем прелесть. Я говорю, вот в чем прелесть хранения аппарата в собранном виде. С утра сегодня отработал смену на грузовике. Потом на легковой машине добрался до дачи. Часов 5 с этими, с ремонтными дорожными работами, наверное, ехал, в пробках стоял. Сейчас аппаратик выкатил, моторчик сейчас прогрею. Через 2 минуты я в воздухе. Сегодня штиль, полетаем, поснимаем. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. А если бы хранил в гараже, представляете, вывозить на полеты аппарат? Где-нибудь в городе, в гараже, да, на хранение. Погрузи, вывези, собери крыло и дальше по тексту. Хреново завез, потому что надо было подождать, пока давление накачается. А, кстати, приборчик у меня что-то закапризничал. Давление не показывает. Что-то случилось с ним. Он только тестовую это самое делает. Вот такое, видите, делает. И все. Надо разбираться, что с ним случилось. Непорядок летать, не зная давления. Я, правда, на первом дельталете сколько? Лет 6, наверное, отлетал. Без индикатора давления. Ну, там был мотор двухтактный. У него в картере вакуум больше пульсирует, чем у четырехтактного. У четырехтактного-то здесь у меня вообще не к вакууму, в смысле не к картеру подсоединено, а к штуцерам входящих патрубков всасывающего коллектора. А там, наверное, пульсации не такие, как двухтактники. Поэтому штатный насос, который от вакуума работает, он здесь еле дышит. Не знаю, как японцы могли прошляпить такой момент. Удивительно даже, на японцев не похоже. Японский магнитофон. Поэтому здесь стоит дополнительный электрический насос, и они, в принципе, вдвоем качают. Если один из них выйдет из строя, все равно давление будет. По крайней мере, я надеюсь на это. Так что вот. Ну, вообще, надо разбираться, да. Для начала прозвонить провода. Там датчик, зараза, стоит трехконтактный. Непонятно, как его прозванивать. Двухконтактный еще более-менее понятно было бы, а трехконтактный, что в нем должно быть? Ну, надо порыться в литературе, может, есть какие подсказки. Это я болтаю, пока мотор прогревается. Время есть поболтать, вот и болтаю. Подсветочку уже включил полосы, там на поле туман. Там вот еще дальше, не знаю, видно, не видно. Облака ползут, ночью дождик небольшой обещан. А вон, собственно, видите, у нас предсказатель погоды-то. Уже и говорит, что будет дождик скоро. Но пока дождика нет. Опять же штиль. Поэтому надо полетать немножко. Что, я зря на дачу ехал? Ну что, прогрелось? Бабочки еще летают. Бабочкам хорошо, им крыло собирать не надо. Взмахнул и полетел. В принципе, как мне, выкатил и полетел. Так, контурата зажигания. Надо же проверить было. Работают оба контура. Хорошо. Где у нас взлетные фары? Светло-диодные. А посадочные у нас ксеноновые. Одна поближе светит, другая подальше. На полосу. Так, камера-то опять не включил. Все, заболтался. А пока туча не прикандыбалась. Ой, давайте взлетать.
стекло запотело, я вообще ни хрена не вижу. Вот так сделаем. О, отпотело.